Очень важная, ну, как бы, такая вот образ такой яркий, как будто бы есть на него такой же образ, очень нехороший. Вот, поэтому не с ним боритесь. Во-первых, сами перестаньте быть лошадью для начала. А во-вторых, ну, как-то найдите, у вас какой-то вот, ну, я чувствую через это сообщение, какой-то очень негатив к собственному мужу. И дело как в том... минимум, как минимум, выйдете из избы, да? Да, да, да. Там пламя как бы да, оставьте, пусть да? Там кони несутся, там избы горят, вам надо как-то вот... И здесь очень важно понять, что вы идеально подходите как ключ к замку. Вот если замок изменится, ключ вынужден будет подпиливаться. Вот, поэтому, ну, мы не должны, вот, вопрос некорректный, как ему сказать, как он должен измениться. Мы вообще ничего не меняем в этом мире, это как небо красить, меняем только себя. Мне почему-то приходит сразу на ум такая поговорка, да, что назвали лошадью, не обращая внимания, два раза назвали, стоит прислушаться, третий раз назвали, наверное, стоит уже ставить седло и запрягать. Ну, то есть просто так лошадью никого не называют. И как это означает, что, похоже, это ваше такое восприятие, не факт, что он так вас воспринимает.